Культурное наследие Карабаха. Сулейман Алискеров. Сулейман Алискеров родился 22 февраля 1924 года в Шуше. Первое образование он получил в музыкальном техникуме в классе Тара. Окончивший факультет композиции Бакинской консерватории, Сулейман Алискеров за короткое время обрел известность в музыкальной среде. В 1943 году молодого композитора приняли в Союз композиторов. Большую роль в творческом успехе Сулеймана Алискерова сыграла написанная в 1942 году песня «Жди меня». Обладавший неисчерпаемыми творческими возможностями, Сулейман Алискеров написал 11 оперетт, музыкальных комедий, опер, был автором симфонического «Мугама Баяты-Шираз», множество симфоний и кантат, концертов, таких известных романсов, как «Ветенимдер», «Родина моя», «Я да дюштю», «Вспомнилась», «Серви хураманым мэнем», «Устроенный мой кипарис» и более 200 песен. Наряду с эффективным творчеством Сулейман Алискеров был и активным общественным деятелем. В разные годы он работал директором Бакинской музыкальной школы имени Асафа Зейналы, дирижером оркестра народных инструментов радио и телевидения, директором театра музыкальной комедии, главным дирижером, заведующим художественным отделом Министерства культуры, заведующим кафедрой народных инструментов Бакинской музыкальной академии. Он был всем сердцем связан с Карабахом и городом Шуша, где родился и вырос. Свое мнение о событиях в Карабахе композитор выражал в своих произведениях. Сулейман Алискеров скончался 21 января 1999 года в возрасте 74 лет. Рубрика «Культурное наследие Карабаха» – совместный проект CBC FM и Министерства культуры Азербайджана.